Ну вот, ребят, в принципе, вот таких два Т-образных пазика у нас получилось. Ролик так и назовем, да? Т-образные пазы на токарном станке. Итак, ребят, лишний раз убедились, да, что при наличии токарного станка и элементарной шлифмашинки можно получить в итоге вот такие вот штуки. Или вот такие. Или вот такие. Ну, вы сами понимаете, это куда-то какие-то ловители будут. Сейчас я болтик найду. Ну, и сами понимаете, это какие-то ловители. Где-то закручен вот такой болтик, да? Типа как ремни безопасности. Одевается, и вот она уже зафиксирована. Ну, а сюда какие-то уже вниз грузы пойдут или еще что-то. Типа качалочки что-то получается. Ну, мало ли. А может быть, вот так будет что-то висеть. Вы, кстати, подобные конструкции в шифонерах видели, да? Можно так повесить, потом сюда, и что-то у вас длинное, там висит от стенки до стенки. Такой ловитель получается. Вот, ну, смысл в чем? Что при желании даже на токарном станке можно сделать Т-образный паз без фрезерных работ. При наличии только лишь шлифовальной машинки, ну и рук. Гриндер даже не обязательно, но зато гриндер придает, смотрите, какую красоту, да? Все блестящее, все красивое, все замечательное, прям заводской вид. Хоть на хромировку отдавай. Так, ребят, я на этом, наверное, с вами буду прощаться, так что творите, дерзайте, будьте здоровы. Всем большой привет по диагонали, всем пока. И если мне удастся, я засниму, для чего эта штука нужна. Ну что, ребят, после всех этих наших слесарных штук, маленький бонус. Сейчас зайдем, посмотрим, отдохнем.